мы оказались в Токио. Но не в столице Японии, а в суши-баре Токио, который находится по адресу Брестская, 4. Сегодня мы узнаем, что же такое бенто и с чем его едят, а также насладимся атмосферой настоящей Японии. Ну что, идем? В эту комнату может попасть далеко не каждый, но для нас с вами сделали исключение. Это святая святых суши-бара Токио – кухня. Сейчас мы познакомимся с шеф-поваром этого заведения и попробуем у него чему-нибудь научиться. Привет, меня зовут Настя, а тебя? Александр. Александр, а я знаю, что в Японии рис учат варить 2 года, а рыбу 3. Скажи, как давно ты занимаешься японской кухней? В японской кухне я занимаюсь 12 лет. Да, 12 лет уже. И как бы, да, в Японии обучают, чтобы стать, допустим, роллы крутить, там, суши, это, да. Сначала обучаются, вот, как правильно варить рис. Это очень долгий процесс, на это уходит очень, ну, многие годы, чтобы достичь, допустим, моего уровня. Скажи, что сегодня мы будем готовить? Мы будем сегодня готовить бэк-ланч второй, это бизнес-ланч второй. Куда входит один салат, потом удон с курицей, потом ролл лососем и сыром и мисосуп. Довольно сытно. Ну да. Пожалуйста, блюдо готово к подаче. Приятного аппетита! Наш бенто готов. Можно приступать к поеданию. Ах да, с вами была Анастасия Бугрышева и Александр Ванын специально для Геометрия ТВ.